эфире канала «Россия» итоговая информационная программа «События недели» в студии Шамис Пхешхов. Здравствуйте. С начала февраля по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова на базе Республиканской детской многопрофильной больницы открылся и действует первый ковидный госпиталь для юных пациентов. В трехэтажном здании уже размещены 60 коек, еще 35 мест провизорного отделения также могут быть использованы для приема больных. Как организована работа ковид-госпиталя для детей от 0 до 18 лет, выяснял корреспондент Артур Мхце. Пару дней назад этот юный пациент поступил в республиканское медучреждение с положительным тестом на ковид и уже получает здесь необходимое лечение. Подобное на базе республиканской детской многопрофильной больницы стало возможным после открытия ковидного госпиталя, рассчитанного на 60 пациентов. Минздравом Карачаево-Черкесской республики, вице-премьером Гербековой Ириной Джишауной было принято решение открыть ковидный госпиталь на базе детской больницы. Если вдруг госпитализация будет в разы увеличиваться, чтобы дети могли получать лечение именно в детской больнице, где сконцентрированы и педиатры, и инфекционисты, и специалисты, и соответствующая аппаратура, то есть все готово для оказания помощи детям. Специалисты детской больницы ранее имели опыт стационарного лечения ковидных пациентов, но до последнего времени процесс выздоровления под наблюдением медперсонала проходил в инфекционных отделениях. Теперь открылось отдельное здание, в котором соблюдены все необходимые санитарные меры. Войти в красную зону можно лишь в специальном снаряжении. Любая вроде бы незначительная деталь здесь на вес здоровья. Дети поступают к нам с положительными тестами исследования на COVID-19, либо из очага, где кто-то из членов семьи имеет подтвержденный тест. И, конечно же, если имеются жалобы, это на повышение температуры тела, насморк, кашель, одышка, симптомы интоксикации, то есть отказывается от еды, слабость, вялость, может быть рвота, может быть жидкий стул. То есть любое сочетание нескольких симптомов, изменение состояния ребенка, если требует госпитализации, поступают на лечение к нам в отделение. Детский ковидный госпиталь рассчитан на юных пациентов в возрасте от 0 до 18 лет. Младшие, разумеется, находятся под присмотром не только врачей, но и родителей. И хотя сам процесс организован, как и в медучреждении для взрослого населения, некоторые нюансы все же имеются. У нас есть нюансы патологии детского возраста и патологии взрослых пациентов, потому что взрослые пациенты уже имеют определенный багаж, да, так скажем, различных хронических заболеваний, которые могут осложнять течение данного заболевания. Лекарства, которые мы делаем внутримышечно, внутривенно. Тут часы наши. Ушные капли, перчатки, маски. Несмотря на то, что госпиталь функционирует всего несколько дней, работа здесь уже, можно сказать, кипит. Одни делают забор крови, другие наблюдают за состоянием пациентов, третьи наводят чистоту, проводя санитарную обработку помещений. Как говорят сами медики, в вопросе пандемии они рассчитывают на оптимистичный прогноз, но готовы к любому развитию событий. Артур Мхце, Максим Долгов, Вести, Карачаево-Черкесия. Новый штамм коронавируса «Омикрон» стремительно распространяется, в том числе и в Карачаево-Черкесии. По прогнозам медиков, республика сейчас переживает пик его распространения. Наша съемочная группа отправилась в государственно-бюджетное лечебно-профилактическое учреждение лечебно-реабилитационный центр «Черкесска», чтобы узнать, насколько серьезна эта болезнь и чего ждать от «Омикрона». Принято считать, что омикрон переносится сравнительно легко. Например, в ЮАР, откуда родом новый штамм, уже сняты все обязательные ограничения. Согласно разработанной Минздравом России памятке, упор делается на выявление вируса и амбулаторное лечение заразившихся, поэтому нагрузка на первичное медицинское звено значительно возросла. Мы лечим амбулаторных больных на дому. Лечим амбулаторных больных. Этим и занимается наша участковая служба, терапевтическая служба при поликлинике. На сегодняшний день у нас 247 больных COVID-19, которым проводится динамическое наблюдение, выдаются препараты в зависимости от степени тяжести заболевания.
Симптомы заболевания омикроном в целом похожи на те, что наблюдаются у других вариантов коронавируса и сезонных ОРВИ. Медики призывают не поддаваться панике и четко следовать рекомендациям. Если вдруг у вас появились симптомы ОРВИ, то есть заложенность носа, кашель, повышение температуры тела однократно до 37,5, пожалуйста, большая просьба обратиться в единую службу 122. Ваш вызов обработают и передадут ваши данные медработнику. С вами свяжутся и дадут рекомендации. В связи с тем, что омикрон протекает очень легко, на 100 случаев омикрона один случай госпитализации. Большая просьба пациентам, чтобы они не паниковали, что дистанционно мы их будем вести, ежедневный обзвон доктором лечащим будет осуществляться. Если вдруг какие-то будут вопросы, пожалуйста, обращайтесь по номеру 122. Эффективна ли вакцинация против омикрона? Ответ однозначен. По мнению медиков, наилучший иммунитет, безусловно, сформирован у привитых и недавно переболевших. Хоть вакцинация у нас в стране не обязательна, но я считаю, что это долг каждого гражданина провести своевременную вакцинацию и тем самым обезопасить и себя, и своих близких от коронавирусной инфекции. Меры профилактики не только не теряют своего значения, но становятся как никогда актуальными, так как омикрон – наиболее контагиозный вариант коронавируса. И лайфхак от медиков. Поскольку омикрон отличается высокой степенью заражения, врачи советуют в местах массового скопления людей носить две маски поверх одна другой. Мурат Шенкёсов, Максим Долгов, Вести Карачаево-Черкесия. До 700 обращений в день поступает в Центр обработки вызовов в Карачаево-Черкесии по телефону горячей линии 122. У жителей республики есть возможность оперативно связаться с медицинскими организациями по вопросу, связанному с коронавирусной инфекцией. За работой специалистов центра наблюдал наш корреспондент Артур Мхце. Горячая линия 122, слушаю вас. Звонок из отдаленного населенного пункта Карачаево-Черкесии. Обратившийся за помощью в кул-центр человек не может связаться с районными медиками, чтобы вызвать врача на дом. По словам звонящего, у него высокая температура, имеются симптомы коронавирусной инфекции. Специалист центра обработки вызовов вносит в карточку необходимую информацию, передает данные коллегам из Урупского района и помогает обратившемуся связаться с необходимым медучреждением. Утром вызывали, да? Скажите, пожалуйста, вы прикреплены к городской поликлинике или к медсанчасти? Оставайтесь на линии, соединю вас с горячей линией городской поликлиники. Не кладите трубку, пожалуйста. В день на горячую линию 122 поступает до 700 звонков. Некоторые из них какое-то время находятся в режиме живой очереди. Все-таки каждый обратившийся требует внимания. Несколькими секундами тут не обойдешься. Но даже если человек не дождался ответа специалиста, с ним в ближайшие минуты свяжется. Ни один звонок не останется без обслуживания. Пришлось добавить количество диспетчеров в смене. Это до 6 человек у нас идет на горячую линию и 5 человек сидит на 112. То есть звонки любого, все, что касается ковида, это тест, результаты теста, вызов врача на дом. И непосредственно наш диспетчер перенаправляет по у нас 14 муниципальных образований с 14 больницами всей нашей республики. И уже непосредственно там, откуда заявитель, туда и направляется вызов. Диспетчеры колл-центра принимают звонки не только по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией. Не остаются без ответа и обращения по поводу работы всех экстренных служб реагирования. Вал звонков от населения республики даже побудил руководство Центра обработки вызовов увеличить количество смен и персонала. В настоящее время несколько старшекурсников медицинских вузов и колледжей проходят обучение и скоро будут готовы присоединиться к оказанию информационной помощи. Звонки на номер 122 принимаются ежедневно с 8 до 20 часов. Артур Мхцим, Максим Долгов, Вести, Карачаево-Черкесия. Если вы имеете желание служить своему отечеству, то добро пожаловать в высшие военные учебные заведения Росгвардии. О том, как поступить в институт Росгвардии, какие требования к будущим курсантам и о преимуществах службы, нам рассказал гость программы, начальник отделения учета и комплектования управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской республике капитан Олег Кутлакаев.
Добрый день, Олег Тахирович. Спасибо, что нашли время и принимаете участие в нашей программе. Добрый день. Спасибо, что пригласили. Буду рад ответить на вопросы, которые вы мне зададите. Мы с вами заранее обсудили тему нашей сегодняшней встречи. Она касается поступления абитуриентов в профильные вузы, то бишь военные вузы Российской Федерации. Могли бы вы поподробнее рассказать о том, как происходит вот процедура поступления? Каждый абитуриент или будущий абитуриент, учащийся среднего или среднеспециального образования, сталкивается с этим вопросом, куда ему поступать, с чем связать свою жизнь. И очень много существует образовательных организаций, в том числе организации, которые подготавливают кадры для войск Национальной гвардии Российской Федерации. Всего существует 4 института: Саратовский, Новосибирский, Пермский и Санкт-Петербургский военные институты войск Национальной гвардии. Если можно более подробнее, где вот молодой человек может взять конкретную информацию? То есть он принял для себя решение, что он хочет служить в войсках Национальной гвардии Российской Федерации, но не определился с направлением и не определился с вузом, в котором он хочет пройти вот этот процесс обучающий. Он должен прийти к вам сначала, у вас взять информацию, или есть конкретный сайт, на который он может зайти и получить всю необходимую информацию на этом сайте? Сейчас достаточно развита сеть, интернет. Можно информацию найти на официальном сайте Росгвардии, оно там есть. Можно эту информацию взять уже и в управлении Росгвардии по Карачаево-Черкесской республике тоже. Конкретно по специальности человек уже сам определится, посмотрит и выберет себе конкретное направление деятельности, которым он хочет заниматься в дальнейшем. Вы не могли бы более подробнее рассказать о тех учебных заведениях, которые вы озвучили сейчас? На первом курсе при поступлении абитуриент становится военнослужащим и проходит военную службу. Соответственно, он получает зарплату, как бы стипендию. Он проживает в обустроенных казарменных помещениях, обеспечивается одеждой, трехразовым питанием полностью. По выпуску из этих институтов, независимо какой, военнослужащий уже распределяется в оригинальные центры Российской Федерации для прохождения службы, для дальнейшего прохождения службы. Либо в подразделение специального назначения, в территориальные органы Росгвардии. Бывают такие случаи, когда вот человек просто вот окончил вот высшее учебное заведение военное, он не хочет продолжать службу. Что в таком случае? Таких случаев нет, потому что гражданин, поступая в институт, он знает, и у него твердое желание не только получить высшее образование, а получить первое офицерское звание лейтенант и идти защищать Родину. То есть вариантов нет? Вариантов нет. А какие критерии отбора? Кандидатами для поступления в военные институты у нас могут считаться граждане от 16 до 22 лет, либо прошедшие военную службу, то есть кто-то уже отслужил военную службу по призыву, до 24 лет. Также у гражданина и его близких родственников ни в коем случае не должно быть судимости. Это все проверяется по линиям МВД и ФСБ. Физическая подготовка на должном уровне, то есть он должен обладать силой, выносливостью, быстротой. Издавать нормативы на оценку ниже «хорошо» и «отлично» в своих учебных заведениях. Прием осуществляется на конкурсной основе по результатам профессионального отбора, обусловленного поступлением на Федеральную государственную военную службу по контракту. А профессиональный отбор включает определение годности по состоянию здоровья, это будет проходить в военном комиссариате, военно-врачебной комиссии. Определение профессиональной пригодности кандидата на основе его социально-психологического изучения и психологического и психофизического обследования. А также уровня физической подготовки, как я уже говорил. И одна особенность: в военные институты могут поступать только граждане мужского пола. Если вас не затруднит, расскажите и повторите, пожалуйста, еще раз этапы, которые необходимо пройти человеку, молодому человеку, желающему поступить в институт Росгвардии.
Начинается все с того, что гражданин сам хочет и желает поступать. Он изучает все военные институты, которые только существуют, и сам для себя решает: я хочу стать офицером, я хочу защищать Родину, я хочу служить Российской Федерации. После этого уже он изучает все эти моменты, где он хочет обучаться. В военном институте войск Национальной гвардии, в каком конкретно, и какую именно хочет специальность получать. То есть 4 института и много факультетов, я это уже говорил. Но в военном комиссариате по месту проживания он пишет заявление и начинает проходить там мероприятия, которые обусловлены поступлением. Это прохождение. Там пояснят, что необходимо сделать. Да, его будут вызывать, проходить медицинские комиссии, сдавать анализы, проходить психологические тесты. Все это будет проходиться в военном комиссариате. То есть первое, он обращается в военный комиссариат, пишет заявление, и уже мероприятия начинаются оттуда, с военного комиссариата по месту жительства. Да, по месту жительства с военного комиссариата. Потом он приходит к вам. Ну, его направляют к вам, правильно? Он может прийти к нам для разъяснения, но, по сути, он уже по военному комиссариате оформляется. Ребята, которые поступят вот в эти высшие учебные заведения, они потом вернутся сюда, вы потом их курируете здесь, или же они могут быть распределены в любой субъект Российской Федерации? Во время обучения мы их, конечно, курируем, но по выпуску, по завершении обучения и получению офицерского, первого офицерского звания, они распределяются уже по всей Российской Федерации, и не исключено, что могут попасть и для прохождения, дальнейшего прохождения службы в Карачаево-Черкесскую Республику. Я благодарю вас, что вы нашли время и разъяснили нашей молодежи, дали информацию о том, что молодежь из Карачаево-Черкесии имеет возможность поступить в военное учебное заведение войск Национальной гвардии Российской Федерации и служить во благо Отечества нашей великой Родины. Спасибо. Прямо сейчас реклама, а позже мы продолжим выпуск. Боль – это не самый лучший спутник жизни. Можно и нужно жить без боли. Специалисты клиники Елены Малышевой в Ставрополе знают, как вам помочь. Не стесняйтесь, не ждите, не терпите. Приходите, и эти специалисты вам помогут. Жить без боли – это счастье. Имущественные налоги устанавливаются региональными и местными органами власти, и поэтому размеры ставок и льготы зависят от места нахождения имущества. Вы можете получить подробную информацию о них по каждому муниципальному образованию на сайте налог.ру в специальном сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Для этого выберите вид налога – транспортные, земельные налоги или налоги на имущество организаций или физических лиц. Укажите налоговый период и муниципальное образование. Система выдаст информацию о законах субъекта Российской Федерации и нормативных правовых актах органов местного самоуправления, которые устанавливают налог на соответствующей территории. В соответствующих документах содержится подробная информация о всех элементах налогообложения, ставках, сроках уплаты налога, местных и федеральных льготах и документах, которые необходимо представить для подтверждения льгот. Обратите внимание, что федеральные льготы применяются на всей территории Российской Федерации и не могут быть отменены решениями региональных и местных властей. При помощи этого сервиса вы можете самостоятельно и быстро узнать информацию по имущественным налогам в любом месте нашей страны. Пользуйтесь. Желаем успехов. Уроки и предостережения истории, политика фашистов, принесшая миллионные потери среди населения. В Общественной палате республики прошел круглый стол. На нем обсудили вопросы сохранения памяти о Холокосте, профилактики и предотвращении геноцида, расовой, национальной и этнической нетерпимости. С подробностями Али Баташев.
В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, Международный день памяти жертв Холокоста отмечают с 2006 года. Нацистская расовая политика и антисемитская идеология начались в Германии с момента прихода Гитлера к власти в 1933 году. Принятие Нюрнбергских законов, закона о гражданине Рейха и закона об охране германской крови и германской чести фактически лишили гражданства евреев и дали старт на массовое их преследование, а затем и на полное уничтожение. Только на территории Украины от рук нацистов погибло более 1 400 000 человек. В Литве и Латвии около 300 тысяч человек. Сегодня говорят, в Великой Отечественной войне принимал участие каждый четвертый, каждый пятый, каждый десятый, а может быть каждый второй. Вот чтобы не было вот этого дела, мы решили полностью в своих книгах показать, доказать, кто, где, как воевал до наград, до мест, где захоронение, до памятников. Участники круглого стола говорили о недопустимости искажения истории и важности сохранения исторической памяти. Помнить героев, мужественно сражавшихся за нашу Родину. Не забывать о тех, кто помогал жертвам насилия и их детям, несмотря на то, что это было трудно и опасно. Таких примеров отваги и человечности в Карачаево-Черкесии было немало. До сих пор благодарные потомки еврейских детей помнят об оказанной помощи со стороны представителей народов республики. Сохранение исторической памяти, сохранение верности традициям, сохранение того уровня патриотизма, в котором воспитывались мы с вами, и его достижение нашими детьми, это наша будет с вами одна из основных задач и целей. В настоящее время в России реализуется крупномасштабный проект «Безрука давности», направленный на сохранение, значит, на расследование жертв среди мирного населения народов Советского Союза. Я подчеркиваю, народов. И вот трагедия Холокоста, которая затронула евреев Советского Союза в первую очередь, она тоже очень значима и в данном контексте, в контексте реализации проекта «Безрука давности». Круглый стол был организован Министерством по делам национальности и массовым коммуникациям и печати совместно с общественными палатой и Карачаево-Черкесским еврейским культурным центром «Лихаим». Али Баташев, Роберт Джигутанов, «Вести Карачаево-Черкесия». Урожай яблок в Карачаево-Черкесии демонстрирует в последние годы стабильный серьезный рост. Данная отрасль сельского хозяйства считается одной из самых перспективных и инвестиционно привлекательных. Одним из успешных садоводов в нашем регионе выступает агропромышленный комплекс при Эльбрусе. И главная задача не только достичь высокого урожая, но и сохранить его до следующего сезона. Все это осуществляется при помощи инвестиционного проекта строительства фруктохранилища вместимостью 20 тысяч тонн с сортировочно-упаковочным оборудованием. Как идет реализация программы, узнавала Альбина Ламкова. Садоводы к яблоку относятся очень бережно. Выращивают, кормят, следят, чтобы оно не заболело. А затем его вручную собирают и перевозят аккуратно в хранилище. Здесь достаточно холодно. Оно не портится, сохраняет вкус и свои витамины. А все потому, что здесь для него созданы благоприятные условия. Закладка интенсивного яблоневого сада на площади 500 гектаров стартовала в 2017 году. А в 2021 реализовали инвестиционный проект по строительству фруктохранилища на 5000 тонн. Осенью оно было полностью заполнено, так как садоводы при Эльбрусе собрали хороший урожай яблок. Для их сохранности в холодильных камерах поддерживают стабильный микроклимат. Плоты расфасованы в контейнеры. Их выставляют по технологии не больше 10 уровней вверх. Мы уже с прошлого года реализовали минимум где-то 5000 тонн, если даже чуть больше. Точную цифру я не могу сказать сейчас. Еще осталось где-то 5 камер полных по 250 тонн. Ну, особенности хранения яблок, чтобы они были свежие, чтобы сохранились. А сложность? Ну, сложности. Везде надо за ним смотреть, анализы делать и так далее. После этапов хранения для плодов наступает так называемый яблочный спа. Каждый фрукт проходит мойку в чистой воде. После загрязнения она вытесняется через сливные щели в канализацию. Затем автоматическое взвешивание, чтобы определить калибр наличия внутренних и внешних дефектов. Для сортировки фруктов работает 4 линии. За один час они вырабатывают 10 тонн. В день это количество увеличивается до 80. Если есть погрешности, то яблоко удаляется с линии и переводится в индустриальную
индустриальные. Отсортированные плоды идут на упаковочные столы, где их аккуратно, вручную помещают в ящик. Эта часть работы несложная. Надо сказать, что хозяйство при Эльбрусе обеспечивает рабочими местами людей из разных населенных пунктов Адыгейского района. В этом отсеке производства трудятся 45 человек. Ну, у нас работа не тяжелая. Спасибо, и вот нам создали такое условие, техника все делает. Но мы тоже стараемся качественно работать, за качеством следим. Нас специально привозят, сами же и отвозят на работу. Движение во фруктохранилище напоминает улей. У каждого своя обязанность. После сортировки фруктов в ящике их отгружают в большегрузные машины. В этом году с реализацией плодов проблем не было. Основную массу яблок приобретают крупные торговые сети. Альбина Ламкова, Либастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Адыгейский район. На территории Карачаево-Черкесии сотрудниками госавтоинспекции проводится второй этап профилактической операции «Пешеход». Ее основными задачами является пресечение и профилактика нарушений правил дорожного движения с участием пешеходов. В рейд сотрудниками ГИБДД отправилась и наша съемочная группа. Репортаж Мурата Джанкезова. На транспортных артериях республиканской столицы в рабочие дни всегда оживленно. В городе много светофоров и пешеходных переходов. Среди самых распространенных нарушений – переход дороги в неположенном месте. В большинстве случаев пешеходы становятся жертвами ДТП из-за своей беспечности. Особенно вот в таких местах, где мы сейчас находимся, то есть три полосы движения, пешеходам надо убедиться, что все три полосы транспорта остановились и их пропускают. Основные причины ДТП, наезда на пешехода, является именно вот это, что они выходят из-за машины, вторая машина не останавливается. В основном из-за этого сбивают пешехода. Во время съемок прямо на наших глазах люди смело бросаются под машины, желая сэкономить несколько минут и быстрее перебежать дорогу. Один из таких торопых пообещал больше не нарушать правила перехода проезжей части. На пешехода административное наказание еще предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Нарушать я больше не буду. Ну, чтобы было поменьше чрезвычайных происшествий каких-то, нужно не нарушать правила дорожного движения. Статистика ДТП напоминает боевые сводки с фронта. С начала текущего года в республике зарегистрировано 29 ДТП, в которых погибло 8 человек. 38 получили ранения различной степени тяжести. Из 29 дорожно-транспортных происшествий, совершенных с 1 по 27 января текущего года, 4 были связаны с наездами на пешеходов, одно со смертельным исходом. Обращаемся ко всем участникам дорожного движения, как водителям, так и пешеходам, с просьбой соблюдать правила дорожного движения. Профилактическая операция «Пешеход» в республике проводится ежегодно на постоянной основе и напоминает участникам дорожного движения о правилах и мерах осторожности на дорогах и пешеходных переходах. Мурат Джанкезов, Максим Долгов, Вести Карачаево-Черкесия. Масштабная акция в поддержку российской сборной команды на зимней Олимпиаде в Пекине прошла в известном курортном поселке Дамбэй. Лыжники-сноубордисты с российскими флагами совершили массовый спуск по горнолыжной трассе с высоты более 3000 метров. О том, как прошел флешмоб, расскажет Алла Качеева. Пятая очередь канатной дороги Дамбая. На высоте 3008 метров над уровнем моря минусовая температура и небольшой ветер. Но это никак не сказывается на патриотично настроенных молодых людях, которые собрались, чтобы поддержать российскую сборную на Олимпиаде в Пекине. Россия! Россия! Сегодня в горнолыжной столице Юга России активно звучат патриотические лозунги «Россия вперед!». Любители горнолыжных видов спорта активно поддерживают наших олимпийцев. Спортсмены нашей страны выступят не как сборная России, а как команда Олимпийского комитета России под флагом ОКР. А во время церемонии награждения вместо гимна будет звучать первый концерт Чайковского. И сегодня им, которые защищают честь страны, как никогда очень важна поддержка своих земляков.
Малогвардейцы «Единой России» Карачаево-Черкесии, участники горнолыжного фестиваля «Катадзе», а также все желающие решили организовать флешмоб и тем самым сказать, что несмотря ни на какие ограничения, нашим спортсменам все по плечу. Мы сегодня очень рады будем поддержать наших олимпийцев на Олимпиаде. К сожалению, они не смогут выступать с нашими флагами и петь под наш гимн, но мы большой молодежной тусовкой будем очень рады поддержать наших олимпийцев. И, конечно же, сила духа России. Я рада вас всех здесь приветствовать. Мне безумно приятно, что у нас столько молодежи, которая неравнодушна к спорту, к зимним видам спорта. И я думаю, что вас не оставили равнодушными наши виды. Рад присутствовать в самом молодежном всероссийском фестивале «Катадзе-2022». И также хочу сказать за наших олимпийцев в Пекине 2022. Вперед! Олимпийские игры – важнейший старт четырехлетия планеты и самый особенный для спортсменов. Этот грандиозный по своим масштабам праздник продлится до 20 февраля. Участники акции пожелали членам российской сборной как можно больше побед и отметили, что они не одни. За ними тысячи сердец, которые искренне верят в них. Я хочу сказать, чтобы все, что происходит сейчас, чтобы ни в коем случае не накладывало никакого отпечатка, да, мы лучшие, мы всегда были лучшие, мы всегда ими будем. Россия вперед! Донбай – место притяжения тысяч людей со всей страны. Особенные слова поддержки звучат сегодня и от тех, кто увлекается зимними видами спорта. Ребята признаются, что захватывающие соревнования и высококлассное мастерство спортсменов-олимпийцев мотивируют и вдохновляют их. Карачаево-Черкесия тоже болеет за сборную России. Желаем всех больших побед. Вперед. Хочу поддержать всю сборную России по биатлону. Ребята, вы лучшие. Спасибо. Более 50 лыжников и сноубордистов с российскими флагами совершили массовый спуск по горнолыжной трассе. Болеем за нашу сборную всю, за нашу молодежь в возрасте от 18 до 35 лет, потому что те, кто поехал туда впервые, это люди со всей страны, молодежь со всей страны. Они не будут сегодня поднимать флаг гордо над головой и не будут петь наш родной гимн. Но мы, молодежь, сделаем это за них и передадим это своими действиями и своими акциями. В Пекин отправились более 200 спортсменов, которые представляют 27 регионов Российской Федерации. Жители разных городов нашей необъятной родины продемонстрировали сегодня энергию единства, поистине народную поддержку. Хотим сказать, что поддержка – это очень важно. Нельзя лишать никого поддержки. И когда мы едины, мы непобедимы! Россия вперед! Алла Качиева, Ислам Урумов, Вести Карачаево-Черкесия, Донбай. Это вся информация, подготовлена нашими корреспондентами к итоговой программе «События недели». Я благодарю вас за внимание, и пусть в ваши дома приходят только добрые вести. Будьте с нами, до встречи. Выставка «Страна обезьян и пушистиков». Мартышки, игрунки, карликовые бегемотики. С 19 января по 28 февраля в Центре развития предпринимательства на Горького, 8. Имущественные налоги устанавливаются региональными и местными органами власти. И поэтому размеры ставок и льготы зависят от места нахождения имущества. Вы можете получить подробную информацию о них по каждому муниципальному образованию на сайте налог.ру в специальном сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Для этого выберите вид налога – транспортные, земельные налоги или налоги на имущество организаций или физических лиц. Укажите налоговый период и муниципальное образование. Система выдаст информацию о законах субъекта Российской Федерации и нормативных правовых актах органов местного самоуправления, которые устанавливают налог на соответствующей территории.
В соответствующих документах содержится подробная информация о всех элементах налогообложения, ставках, сроках уплаты налога, местных и федеральных льготах и документах, которые необходимо представить для подтверждения льгот. Обратите внимание, что федеральные льготы применяются на всей территории Российской Федерации и не могут быть отменены решениями региональных и местных властей. При помощи этого сервиса вы можете самостоятельно и быстро узнать информацию по имущественным налогам в любом месте нашей страны. Пользуйтесь. Желаем успехов!